прямом эфире на ТНВ новости в субботу. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Когда покупатели и продавцы остаются довольными. С ребенком нам удобнее ходить сюда. Ну и цены нас устраивают. Как стартовали сельхозярмарки после двухмесячного перерыва, увидел Салават Мадулян. Новое решение для старых проблем. Не получил квартиру, это горе. Как будут помогать дольщикам в Татарстане? В материале Лисан Сабировой. Лучше меньше, да лучше. Это убить литературу раз и навсегда. Почему литераторов возмутил новый стандарт образования для школьников? Лина Зинатольевна. Внимание, разыскивается москвич. Нет, не найдете. Это раритетная машина. Для чего администрации Московского и Кировского района понадобился автомобиль 73-го года, выяснял Сергей Хайдаров. Завершается рабочий визит Рустама Миниханова в Швейцарию. Он провел ряд деловых встреч и пообщался с президентом Госсовета кантона Женева. Кантон – это ведущий регион Швейцарии. В ходе беседы были намечены шаги по дальнейшему сотрудничеству в рамках российско-швейцарских отношений. Также Рустам Миниханов встретился с исполнительным секретарем Европейского экономической комиссии ООН Ольгой Алгаяровой. Они обсудили вопросы сотрудничества между Татарстаном и Европейской экономической комиссией. Насколько мы готовы, как эти проекты надо реализовывать, я считаю, что здесь главный вопрос люди, кадры, которые понимают и могут реализовывать эти проекты. Цены ниже, спрос выше. Сегодня в республике стартовал сезон весенних сельхозярмарок. Уже с 5 утра уличные павильоны открылись в Казани, Челнах и в Зеленодольском районе. На прилавках и в пакетах покупателей молоко, мясо, овощи. Чем еще порадовали горожан сельчане и какие цены, узнал Салават Мухаммадуллин. Пока продавцы магазинов только подтягиваются к кассам, прилавки на ярмарке уже наполовину пустые. После двухмесячного перерыва здесь ажиотаж. Хорошее мясо домашнее, берите. Советую. Советом Руслана Шевелева покупатели внимают. Десятиклассник из Калейкина Альметьевского района на ярмарке вызвался помочь дяде. Выезжаем часиков в 10-11 вечера. Да. За экологически чистыми и дешевыми продуктами горожане приходят с семьями и с детьми. Первый раз вот мы сегодня встали с ним так рано и вот пошли на ярмарку. Мы потому что приходим капусту ему покупать, соленую. Большая очередь после двухмесячного перерыва выстроилась за овощами. А некоторые горожане уже сразу идут к своим продавцам. Покупатели уже своих, они уже подходят к своим уже продавцам, находят и заказывают. Бывает, мы принимаем заказы, соответственно, на последующие ярмарки уже привозим. Один из самых, что называется, топовых товаров на ярмарке – молоко. Вот здесь еще пару часов назад его было 300 литров. Сейчас середина торгового дня, а за прилавком осталось меньше 10% от изначального объема. Так спрос и предложение находят баланс, который устраивает обе стороны прилавка. С удовольствием купила мясо, творог. К сожалению, огурцы рано приезжают. Все хорошо, купили муку, вот купили песок. Мясо тоже хорошее, я купила мясо. Мука дешевле. Это лишь первая сельхозярмарка этой весны. Каждую субботу в городах республики они будут проходить до середины мая. Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане вся сельскохозяйственная техника должна быть готова к весенним полевым работам до 1 апреля. Об этом заявил глава Минсельхоза на совещании в Доме правительства. В этом году в посевной кампании будет задействовано более 22 тысяч машин. Вся техника уже готова к работам в Отнинском, Высокогорском, Елабужском, Ютазинском районах. В числе отстающих – Апастовский, Верхнеуслонский, Кукмарский и Мамадышский районы. Новые инвесторы приходят в проблемные долевые дома. Начала работать новая схема, когда в обмен они получают земельные участки. Напомним, на этой неделе в правительстве сообщили, все проблемные дома сдадут в ближайшие 2 года. Я думаю, до демонтажа дело не дойдет. После 2 лет застоя на строительной площадке оживление. Дольщики дома 6503 вновь пришли сюда. Стало известно, на объекте новый инвестор. Проводится обследование дома, потому что дом находился без консервации, требует обследования. Дом долгое время оставался без охраны. Строительные материалы разграбили. Мэр обещал, что к концу года будет сдан объект. Спасибо тем людям, которые за это взялись.
первую очередь дома 6503 планируют сдать в этом году. Жилье получат 92 дольщика. По второй и третьей очереди есть решение, отмечает мэр Челнов. Все они объекты фона. Не получил квартиры – это горе. И размер этого горя примерно оценивается в 800 миллионов рублей. Как я уже сказал, наряду с муниципальным земельным фондом мы рассчитываем на поддержку и федеральных органов власти. Больше проблемных домов в Казани. Из 33 объектов 18 в столице. В этом году сдадут секцию Г первого дома в ЖК МЧС. Ведутся работы в пятом и втором домах, а также в комплексе Царицынский бугор и в третьем доме Симфонии. К 2020 году мы планируем этот вопрос полностью закрыть. В этом году планируется завершить 21 объект. В этом году планируют сдать один дом в Бавлах и дома в микрорайоне Куюки Пестричинского района. В Куюках 4 дома, у двух домов есть только фундамент. К маю планируют провести часть коммуникации. Руководство района ведет переговоры с новым потенциальным застройщиком. Предварительно отобран застройщик, кто готов, который зайти на эту стройку. Он предварительно оценил объем работ, на какую сумму. Напомним, для решения проблемы обманутых дольщиков в республике был создан специальный фонд. Президентом республики стоит задача, он держит на личном контроле эту ситуацию. На предстоящие 2 года у 4211 татарстанцев большие надежды. Они должны переехать в собственное жилье. Лейсан Сабирова, Дмитрий Аринин, Андрес Антальцев, Ильшат Аюпов, Альберт Шефигуллин, ТНВ, Казань. Доработать нельзя принять. Подготовленный Минобром России стандарт образования для школьников смутил преподавателей литературы. Открытое письмо с протестом уже подписали сотни учителей. Для школьников с 5 по 9 классы предлагается 235 произведений. У специалистов вопросы не только к объему нагрузки, но и к содержанию. Чего требует документ, а чего хотят сами школьники, узнала Лина Зинатулина. Какой ребенок в 13 лет с удовольствием будет читать записки охотника? А ведь Тургенев такой замечательный писатель. У него такие потрясающие есть произведения. Да после этого только убить Тургенева захочется. Вопросов у словесников много. В проекте стандарта книги четко привязаны к годам обучения, при этом не всегда им соответствуя. Зато на количество составители не поскупились. Список на 36 страницах. Полное отсутствие современной литературы, которую, казалось бы, самое время добавить, раз меняется стандарт. К каждому произведению рекомендации по анализу. И вот эти бедные несчастные дети должны будут писать своеобразие звучания финала состоит в том-то и том-то. Но это все, это убить литературу раз и навсегда. Другой вопрос, выльется ли это количество нагрузки в качество. По мнению литераторов, скорее наоборот, обернется отвращением к чтению. А ведь совсем еще недавно популярен был список из 100 книг, которые нужно прочитать, чтобы считаться образованным человеком. Для современных детей и это сотня достижений, ведь это поколение сообщений в соцсетях. 235 произведений на 5 лет обучения, по нашим подсчетам, это около полусотни каждый год и примерно 4 в месяц. Но литераторы переживают, что при таком подходе знание школьной программы сведется к прочтению кратких содержаний, а то и вот таких пособий. Не торопись. Семиклассники 122-й гимназии торопиться не любят. Каждое произведение живо обсуждают вместе с учителем, чтобы не упустить главное. Это он так думает, а дети как мы. А дети думают, что главное, что должны дать им уроки – любовь к литературе и желание читать. Моя мама знает примерно, какие книги обязательные, и дает их мне, может быть, чуть-чуть пораньше, чем мы это проходим. И, то есть, из-за этого я могу читать то, что сама хочу. То, что задает учитель, мы успеваем читать, а вот когда выбираешь собственную книгу, не всегда. Один стандарт и общий учебник для всех должны помочь, к примеру, если ребенок меняет школу или даже регион. Но есть разные ученики, разные классы и уровень детей. Поэтому специалисты уверены, что в преподавании литературы обязательно вариативность. Это прежде всего вид искусства. И поэтому здесь возникают дополнительные акценты в преподавании литературы. Эмоциональное освоение литературы, нравственные какие-то категории. Открытое письмо гильдии словесников против нового стандарта подписали больше 700 учителей литературы, методистов и вузовских преподавателей. Министерство образования страны отправило проект на доработку до 28 марта. Лена Зинатульна, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Требуется москвич. Кировский и Московский район Казани ищет раритетный автомобиль. Такое объявление администрация района уже разместила в социальных сетях. Причем под критерии поиска попадают лишь москвичи 1973 года. Для чего району столицы он понадобился, узнал Сергей Хайдаров.
«Москвич» – легенда и гордость советского автопрома. Его с радостью снимали режиссеры в своих кинолентах, а для людей он и вовсе был символом эпохи. А в наши дни это раритет. «Москвичи» не выпускают уже с 2002 года. Буквально два дня назад вот выставили пост о том, что мы ищем «Москвич». Причем администрацию интересуют автомобили 1973 года. В этом году автомобилям тех лет 45. Столько же исполнится и району. Но машина им нужна не для праздничного марша, а для постамента. Если у кого-то залежался «Москвич», так скажем, близко к этим годам, да, выпуска, мы с удовольствием рады принять в дар. В дар пока никто не дал. Возможно, владельцев раритета смутило как раз условие безвозмездности. Если хочешь найти автомобиль, нужно идти на авторынок. Следуя такой простой логике, мы пришли в место самой большой концентрации продавцов подержанных автомобилей. Однако найти машину 73-го года нам так и не удалось, потому что все модели здесь представлены совершенно новые. И единственный «Москвич», который мы смогли отыскать, находится на самом краю рынка. Он очень старый и, кажется, уже не продается. Нет, не найдете. Это раритетная машина. Но они только в интернете. В интернете стоимость «Москвичей» от 20 до 250 тысяч рублей. Правда, автомобили именно 70-х годов в Татарстане продают единицы. На вопрос, готовы ли они подарить свою ласточку району, владельцы мягко намекали на отсутствие интереса. К сожалению, нет. Все-таки хотите деньги выручить, да? Так или иначе, администрация Кировского и Московского районов все же рассчитывает на 45-летний «Москвич». Где установят постамент, пока неизвестно. Вариантов несколько. Открытие намечено на празднование 45-летия района. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Новый год весной сегодня отмечают Навруз. Он ознаменует наступление восточного Нового года. Как азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкири, таджики, туркмены, узбеки, турки и татары отметили праздник в Казани, увидела Елена Веселова. Танцы, песни, угощения и весна в душе. Вот главные атрибуты Нового года у тюрков и иранцев. 20 килограмм на 300 человек, 350 человек хватает. С одним-два словом это секрет свой, я не могу рассказать. Главное угощение на Майдане – плов, чей рецепт держится в секрете. Пока в Таджикистане угощают, в Турции играют мелодии Стамбула. Башкиры на Наврузе встречают гостей в национальных костюмах, а азербайджанцы делятся своей культурой и ремеслом. Принимают участие в конкурсах, мероприятиях, дегустацию проводят. Это показатель того, что Навруз становится не только азербайджанским, не только туркоязычным, но и общероссийским праздником. Кыргызы, афганцы, туркмены в Казани гуляют и веселятся десятки национальностей. Это праздник, который объединяет. Знакомец с древней традицией, культурой мусульманских народов. Новым годом Навруз считается по астрономическому солнечному календарю. Я ощущаю себя как дома. Тут отмечают так же, как и у нас, и соблюдают все традиции. Нам нравится, очень хорошо. Все понравилось, все замечательно, красиво, красивые наряды. Вкусные запахи, все очень замечательно. Навруз у тюркских и иранских народов – это день пробуждения природы. И кто знает, может, именно он наконец и принесет в столицу весну. Елена Веселова, Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Навруз отмечают все персы и тюркоязычные народы. В честь праздника мы встретились с консулом Ирана в Казани. Поговорили не только о культурных связях, но и о экономическом сотрудничестве. Салям, господин Акбали. Алейкум ассалам, бисмиллахи рахмани рахим. Эта неделя ознаменовалась для многих празднованием Навруза. В этот день у татар говорят «Навруз мубарак булсын» и желают плодотворного года. А что желают в этот день в Иране? Во-первых, я очень рад, что мне предоставить возможность поздравить всех с праздником Навруз. И мы часто говорим такие слова друг другу. Пусть каждый день у тебя будет Наврузом. А Навруз – это какая-то новая победа. Иранский календарь, он неразрывно связан с Наврузом. Навруз – это первый день весны. И иранский народ празднует этот праздник уже больше 3000 лет. В целом, обряды проведения Навруза во многих странах схожи, но есть и отличия. Как празднуют день весеннего равноденствия в Иране? Хочу рассказать вам про так называемый стол «Хафт-син».
Хафт в персидском языке означает семь. Син – это название буквы «С». Этот стол, скатерть, хафтин, есть разные названия. Он имеет семь предметов, которые начинаются с буквы «С». Кроме того, на стол мы ставим пророщенную пшеницу, которая символизирует весну, начало нового сельскохозяйственного года. Следует заметить, что мы вычисляем смену года каждый раз в зависимости от нашего календаря. И, например, в этом году смена года была в 19-15. Нас связывают не только культурные, но и экономические связи. Есть совместные проекты. Как в целом оцениваете сотрудничество? Есть ли планы на расширение? И какими экономическими достижениями запомнится этот год? В отношениях между Ираном и Татарстаном мы видим очень большую динамику и активность. Следует заметить, что все это неразрывно связано с большим взлетом именно ирано-российских отношений, которые за прошедшие века не могли так развиваться, как сейчас. Хочу заметить, что все условия для роста наших отношений, они созданы. И нам необходимо их использовать. У нас есть те вещи, которые мы можем друг друга взаимодополнять. Мы считаем, что очень важно, чтобы мы могли напрямую сотрудничать друг с другом. И лучшие товары Ирана, прежде всего, когда мы говорим про сельскохозяйственную продукцию, это иранские фисташки, шафран, напрямую поставлялись в Татарстан. Кроме того, татарстанские товары, прежде всего, зерновые и другие, поставлялись в Иран. Что касается нашего университетского сотрудничества, то оно также на высоте. Количество иранских студентов увеличилось многократно. У нас большие связи в культурной сфере. И я уверен, что в будущем году товарооборот между нашими странами будет увеличиваться, и мы будем наблюдать рост наших взаимоотношений во всех сферах. Рахмат сизге, господин Икбали. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, Рахмат. Дети сделали то, до чего взрослые додуматься не смогли. Сегодня в Казани прошел финал республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников «Сириус». Этот образовательный центр создан по инициативе Владимира Путина, и он собирает одаренных детей со всей страны. На что способны и наши юные кулибины, узнал Дмитрий Аренин. Кирилл и его команда последние полгода мастерили этот прототип судна на воздушной подушке. В ход пошли композитные материалы и даже турбина из США. Как говорят ребята, их творение, если его построить с натуральную величину, будет дешевле, легче, быстрее и вездеходнее существующих аналогов. Может передвигаться почти по любым поверхностям, ну, кроме горячих очень сильно поверхностей, а то она поплавится. Взяли сантехнические принадлежности, собрали из них резервуар. Свои изобретения школьники сегодня презентовали жюри конкурса. Эти старшеклассники взяли на вооружение инженерные познания и усовершенствовали пневматическую винтовку. Мы добились увеличения дальности полета снаряда нашего оружия из-за того, что мы увеличили нагнетаемое давление в наш ресивер и увеличили длину ствола. Интересно, например, для мальчиков, они очень любят играть в пейнтбол, поэтому стрелять. А для девочки? Для девочки, ну, это, ну, интересная история, мне вот изучать пневматическое оружие и вообще, как это все собирается. Свои устройства сегодня демонстрировали более 100 школьников-изобретателей из разных районов Татарстана. Все они победители местных конкурсов. Показали, что можно сделать лучше для транспорта, сельского хозяйства, робототехники и IT. Критерии отбираются, безусловно, актуальность проекта, те, которые имеют приложения либо сегодня, либо они будут востребованы завтра. Безусловно, самые интересные проекты – это те, которые будут проектом будущего, те, которые помогут преодолеть все те разрывы, которые указаны в научно-технологическом развитии Российской Федерации. Победители республиканского конкурса отправятся уже на всероссийский, где их проекты помогут доработать ведущие ученые. Победа же в масштабах страны открывает дорогу к промышленному внедрению разработок. Так, в минувшем году, благодаря татарстанским кулибинам, в России взяли на заметку усовершенствование для беспилотного транспорта и космических спутников. Дмитрий Аренин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Меньше часа осталось до самой массовой экологической акции «Час Земли». Это ровно 60 минут без электричества. В ней принимают участие больше 180 стран и 7 тысяч городов. «Час Земли» объявлен и в столице республики. Все ли казанцы готовы погасить свет? Динара Камалова.
Погасшая лампа обычно нагоняет страх, но только не сегодня. В мире самая массовая экологическая акция «Час Земли». А это час без света. 60 минут в полной темноте проведет и Казань. Днем, пока одни татарстанцы закупались свечами, у других мы поинтересовались, готовы ли они отказаться от электричества. Думаю, это очень полезно, чтобы Земля смогла отдохнуть. Природа тоже смогла отдохнуть. И мы сами поняли, насколько тяжело Земле в это время, когда столько заводов, домов. Не знаю, мне ЖКХ устроил час Земли. Буквально позавчера. В Москве всегда выключаю свет на час. Просто выключаю и чувствую, что все-таки должна была это сделать. Жаль, что не все это делают. В половине девятого погаснет не только свет в окнах казанцев, но и подсветка центральных зданий города. Меньше чем через час растворятся в темноте Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. В прошлом году организаторы акции предлагали отказаться от света ровно на час. В этом 60+ под лозунгом «Голосуй за природу». Лозунг, слоган акции «Голосуй за природу». И три основные цели. Первое – это защита заповедников, второе – это раздельный сбор ТБО, и третье – это популяризация альтернативных источников энергии, получения энергии. В прошлом году Татарстан на часе Земли сэкономил 60 мегаватт. В сравнении этого почти хватит на суточное ночное освещение набережных Челнов. В этом году организаторы акции надеются, что результат будет еще выше, ведь чем меньше электроэнергии мы употребляем, тем больше энергии у нашей планеты. Динара Камалова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Уникальная фотовыставка археологического памятника Городища Аркаим открылась в Казани. Выставка посвящена 30-летию со дня первых раскопок. Одной из первых выставку посетила Алина Бережная. В диком восторге от всего того, что я увидела. Всплывают исторические места, как такие достаточно древние. Мы о них не знали, ничего не было написано в истории. О существовании этого археологического памятника никто не знал до 80-х годов прошлого столетия. Сегодня поселение Аркаим – центр притяжения ученых и путешественников. Покорил древнейший город и московского фотографа Юрия Зуйкова. 7 лет назад он приехал на Южный Урал. С тех пор снимки пополняются каждый год. Каждая территория имеет свои особенности, свои красоты, исторические такие места древние, достаточно интересные. Но вот в данном случае, в честь юбилейных изысканий, эта фотовыставка отражает и природу, и историю Южного Урала. Снимки первых раскопок древних поселений Южного Урала и, конечно же, природа. Более 80 фотографий собрала выставка «Аркаим. Страна городов». Выставка объездила уже 11 городов России. В каждом городе коллекция фотографий пополняется новыми снимками. Также жители Казани увидят 4 эксклюзивные работы. Скажите, о чем эти работы? В данном случае на этом фотоснимке мы видим уникальную красоту природы Южного Урала и в данном случае Аркаима. Своеобразная форма солнца – это физический луч света, который идет прямо до самой земли. Это витающие в пространстве мерцающие кристаллики. Выставка продлится во Вселенском храме до 22 апреля, а затем ее увидят жители Белгорода. Алина Бережная, Марат Сангараев, ТНВ, Казань. Хрупкие девушки с твердым характером. В Казани собрались лучшие представители художественной гимнастики. 48 сильнейших команд со всей страны будут вести борьбу в групповых упражнениях. Среди главных претендентов на титул сборной Татарстана о юных покорительницах больших пьедесталов. Алмаз Гафиатов. Именно в юном возрасте становится понятно, кто на что способен в художественной гимнастике. А когда ты работаешь в команде, груз ответственности за результат становится еще более тяжелым. Нужно работать чистыми прогонами, чтобы потом выйти на соревнованиях и все сделать. В первенстве принимают участие 48 команд из 40 регионов России. Татарстан представляет сборная команда республики, занявшая в этом году второе место на первенстве ПФО и ставшая победителем всероссийских соревнований «Триумф». У них первый старт такой крупный. Поэтому очень талантливые дети. Я думаю, что у них все еще впереди. Наш регион традиционно становится площадкой самых крупных стартов по художественной гимнастике. А началось все после универсиады. За казанцев можно только порадоваться, что благодаря универсиаде они получили такие возможности. И дети, и родители, ну вообще все любители, поклонники спорта имеют возможность тренироваться, имеют возможность видеть вот такие соревнования. Победители первенства получат право выступать уже на международной арене. До чемпионата мира и Европы осталось не так много времени. Алмаз Гафиатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Далее в выпуске прогноз погоды. Увидимся в 21:30. С
Сейчас или дороже. В марте купите автомобили Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Коллаген «Либридерм». Упругость и сияние кожи. Доказано наукой, проверено мной. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Журнал «Теле7». Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. К мечте ближе, цены ниже. Новые дома, стартовые цены. ЖК «Южный парк». 526-55-55. Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника «Кузляр». Только в марте в автоцентрах «Луидор» скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните 8 800 2002 402. Предложение не является публичной офертой. Санаторий «Чувашия». Новинка. Лечение и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, урологии, йододефицитного состояния организма на основе питьевой минеральной воды. Санаторий «Чувашия». Мир здоровья и красоты. 16 марта. Открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань-Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань-Оргсинтез» – сила традиций. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Главное театральное событие года – «Тантана-2018». Церемония вручения актерских премий Республики Татарстан. 27 марта. В Международный день театра на Камаловской сцене грандиозная театральная феерия для зрителей старше 6 лет. Тормош мен юл, иске алырлык хатирелерең болмаса, достар белән җыналышып, җырлап биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. Борьба зимы с весной продолжается, и в предстоящую ночь вновь подморозит, что станет причиной сильной гололедицы. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики переменная облачность, местами снег и днем около 2 градусов ниже нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге до 3 мороза, временами пройдет небольшой снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно, местами снег и до 2 градусов ниже нуля. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси ясно и без осадков, минус 4. Солнечная погода без осадков на юго-западе республики. Здесь столбики термометров покажут минус 1. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше будет ясно, но местами возможен небольшой снег и до 2 градусов ниже нуля. В последующие дни станет теплее, но местами пройдет снег. В Казани солнечно и без осадков. Температура воздуха минус 2, минус 4. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных, кругу близких. До свидания.